Лены брат, который пришел с Лунина, рассказал, когда, говорит, подъехали и заставили выйти из дома, и когда он увидел целенаправленно азовцы били по домам, он, Женя, подошел и говорит: что ж вы делаете? А ему очень четко сказали: какое ваше дело, нам платят и нам дают указание бить жилые дома. Положить Мариуполь. Да, да, положить Мариуполь. Целенаправленно была уничтожена структура города.